Добрый день. Вчера готовили ганфан. Это рис с подливом. Подлив закончился, рис остался. Ну, думаю, что же можно сделать? Обычно добавляем утром молоко и варим кашку с рисом. А сегодня мы решили сделать блюдо из японской кухни суши. Как раз таки у меня дома были листья капусты. Это вот такая вот морская капуста для суши, как их называют, листья нори. Ну вот. У меня, правда, коврика нет, не осуждайте. Сами кушаем сами, поэтому делаем для себя. Вот это, расстелили этот лист. Он очень полезен, богат йодом. Покрыли тонким слоем лист вареным рисом. Лист капусты вареным рисом. Это вот огурцы, кто-то авокадо, а можно зеленые огурцы, что придает сочность и красиво. По рецепту кто-то добавляет рыбу, кто авокадо, кто икру, лосося. А вот смотрите, такая вот зернистая икра, но она не рыбная, она из морских водорослей. Тоже очень полезная, богатая йодом. Можно ее и полезно, и красиво. Вначале решили мы рыбку вареную. Там оставалось немножко. Тоже будет очень вкусно. Какая красота! Теперь красиво, аккуратно все это завернуть. Вот такая вот колбаска. Ковриком, конечно, красивее, но и так тоже ничего. Коврик придает упругость и форму. Красота! У нас получилось минимум расходов, максимум эффекта. Так что можно экспериментировать и экспериментировать. Можно делать как, чтобы листья были внутри, а рис был снаружи. Тогда они бывают красочные. Там, обмакивать это либо в икре, либо в красной рыбой обмотать. Вот. Кушают его с острой приправой васаби. Так что экспериментируйте. Чем не японская кухня?